Доходный дом герцога Лихтенбергского на Большой Зеленина – один из самых красивых и необычных образцов петербургского модерна. Эффектный фасад дома выходит на улицу Большая Зеленина. Хотя фасад по своей структуре решен в классическом симметричном стиле, именно фантастический декор здания делает его произведением искусства. На упорядоченную архитектурную композицию накладывается монументальная мозаичная картина и затейливый рельефный декор, вспученный, полный жизни. Неповторимой особенностью этого здания является удивительный мозаичный фриз с индустриальными природными пейзажами, а причудливые органические формы декора и глазки из мозаичных фрагментов вызывают в памяти образы творений Антонио Гауди. Этот мозаичный фриз-панорама интересен как выбором сюжета, так и техникой исполнения. Тематика мозаики очень необычна. В русском мозаичном искусстве раньше еще не создавали композиции с подобными картинами. Три основных жилых этажа здания прорезаны равномерно расположенными окнами. Общую вертикаль задают два симметричных округлых эркера и ровный строй пилястр в простенках. Особым украшением главного входа бесспорно являются две парящие над дверью женские фигуры, летучие с развивающимся платьем. Остальные этажи дома оформлены не менее оригинально. Нижний этаж, выделенный широкими витринами магазинов, привлекает внимание центральным порталом. Этот парадный вход окаймлен своеобразным свитком. Весь этот энергично-орнаментально-скульптурный слой составляет неожиданное художественное единство со строго упорядоченной архитектурной основой.